Марсик пришел, проверил. Фанька уехала. Он тут все обнюхал, обследовал. Хозяин все-таки, завхоз. Все, все. Фанечка уехала. Фаня пришла ко мне сказать до свидания, поблагодарить за гостеприимство. Уезжаешь? Ну, приезжай. Приезжай еще. Этот раз у нас получилось бесконтактное знакомство. Контакт не получился. Ну, был бесконтактный контакт. Вот, так правильно бы сказать. Ну, ничего, уже... Сначала очень агрессивно, конечно, и бульдожки вели себя, и Фаня тоже дрожалась, а потом дрожь прошла. Ну, так они и не обнялись, и не поцеловались никто ни с кем. На следующий раз оставим. Как Рома Фаньку через плечо, как мешок, перекинул зерно. Фанька, ну все, пока. Давай. Не обижайся, что так получилось. Ну ничего, для первого раза нормально. Конечно. Не все сразу. Да, Фанечка. Зато радости будут у тех. Сейчас. Ну, да. Может их запустить или что, пока я буду выезжать? Ну сейчас, пусть выходит. Пока Фаньку давайте в машину. Держи. Пока их нету. Вот они уже. Уже тут. Все, провожайте. Так, одна уже заскочила. Будь тут. Рада, Рада, иди быстрее в дом. Рада, провожает. Провожает агрессивно так. Рада, иди быстрее в дом. Ты же стремилась. Бегом. Все. А дядя Марсик выйдет провожать. Марсик, а ты что, забыла что-то? А Марсик где? Ну, надо же постучать ему. Марсик, иди Фаньку провожай. Быстрее. Фанька уезжает. Ты самый лояльный к ней. Нет, самый лояльный лирик. Поэтому он и не вышел провожать. Марсик нормально. Хотел пару раз куснуть Фаньку. Ну, не агрессивно. Самое агрессивное это Рада. Да? Ну да, она же. Мирка нет. Мирка, я думаю, если бы выбор поставили бы еда или Фаня... Да. Она бы выбрала еду. Это да. А Марсик, он такой... Марсик вообще равнодушный. 50 на 50, да. Как бы. Ну, если по нарядам находится, он ее по-любому хочет укусить. Ну да, если еды нету рядом, колбасы, то он тогда кусает Фаньку. А если есть колбаса, он кусает колбасу. Ну все, пока. Марсик, Марсик, гони его. Иди сюда. Уходи от машины. Уходи. Марсюшка, тебя не возьмут. Потом Катя сказала, тебя покатает. Она его уже один раз прокатила без меня. Ух, Поларис завелся. Пепелац. Вот тут порожек. Провожай, все. Ну и я, земляне. Вот он. Вышел провожать. Ха, вот у меня. На голую грудь. На улице тепло. Сегодня было ночью минус 7, а сейчас плюс 5. У нас даже теплой одежды на Кубани нету. Мы ее не покупаем. А что, купим, она потом висит без надобности. Все, Ром, все, забыл.
Все, что забыл, взял. Ух, тормоза, люблю, когда пищат. Марсюшка, ну что, все, поехала Фанька. Лерочек, и ты вышел. Помаши хвостиком, все. Все, пока-пока. Фанька-то побыла всего один день. Понятно, что по роликам, может, кто-то подумает, что она неделю была. Нет, один день. Переночевала и все. Рада ночевала на диванчике на моем. Фанька там с Катей и с Ромой. Остальные были в гараже. Все. Вот такое свидание. Бесконтактный контакт. Ну что, заходи. А вы что сидите? Сидят. Все, уехала подруга. А могла бы вам быть подружкой. Ну вы недружелюбно встретили. А может быть, это такая дружелюбность французская. Кто его знает, как у них там у французов.